Следующая остановка – травмпункт. В 7:30 утра в среду на пересечении улиц Куконковых и Любимого произошла массовая авария. Столкнулись пассажирский автобус «Исузу», маршрутная «Газель» и легковой автомобиль. В результате столкновения маршрутка опрокинулась. В утренний час пик общественный транспорт был полон пассажиров. В результате травмы различной степени тяжести получили 9 человек, в том числе 7-летний ребенок. Для устранения последствий ДТП потребовалось вмешательство спасателей. Взрослые госпитализированы в 7-ю городскую клиническую больницу города Иваново. Ребенок госпитализирован в детское отделение областной клинической больницы города Иваново. Движение транспортных средств не нарушено. Разлива топлива не допущено. Сотрудники МЧС России до прибытия скорой помощи оказали первую доврачебную помощь двум пострадавшим, после чего передали сотрудникам скорой помощи. Оба пострадавшие были взрослыми. Для ликвидации последствий аварии привлекалось от МЧС России 6 человек личного состава и 2 единицы техники.